Со своей... Да ж пацан он Это истинный следователь, ребята, видите, я снимал здесь обвалившийся пол, как-то посмотреть там ролик. Сейчас потолок сгнил и протекает. Ну тогда я говорил, что эти люди, которые домом управляют, берут миллионы рублей получают ни за что, за домом не следят. И зарплаты у этих председателей воров по сотни тысяч рублей. И ничего годами не меняется, ясно, не 5.11.2017. То же самое говно останется. Все, пока, ребята.